Всем привет, сегодня четверг и у нас потасовка в Хардстоун. Магия крови стандартный. Насколько сильно вы жаждете силы? На этот раз ваши заклинания расходуют здоровье вместо маны. Так, здоровье вместо маны, да? Надо было собирать, мне кажется, более существ каких-то. Давайте попробуем какого-нибудь зулока собрать, что-нибудь такое. Так, это возьмем. Это надо. Так, что еще можно? Вот этих надо пацанов брать. А, вот этих. Так. Эти, конечно же. Вот эти. В принципе, вот эти неплохие. Одного может быть даже такого. Так, надо что-нибудь отсюда у нас взять, да? Кого у нас здесь можно взять? Так. Можно, в принципе, даже килл взять, но я думаю, не надо. Так, огневички, да? Давайте их тоже возьмем. Первый дроп. Так, давайте что-нибудь другое. На второй дроп поищем, к примеру. Вот эти парни нам нужны. Так, в принципе, если пушки. Нет, вот эти нужны точно. Так, и кто там еще? А в принципе, вроде больше и некого. Да, наверное, больше некого тут брать. Поэтому давайте возьмем. А, где он был? Слизняк, вот он. Давайте попробуем так. Задавить просто темпом. Не знаю, получится, нет. Посмотрим, что там собирают. Я такую потасовку чуть не припомню. Но она точно была. Не могу вспомнить, когда. По-моему, очень давно. Так, а чё это джайны странно? Я, по идее, как бы всегда потасовки играю джайнами, магами, но... Я посмотрел, вроде здесь, как бы, ХП уходит из-за того, что разыгрываешь заклинания, и как-то странно брать магом, у которого, ну, можно сказать, одни заклинания. Ну, не знаю. Может, я чего-то не знаю о этой потасовке. Сейчас посмотрим, что у него за колода. Неплохо, чё. Вот в чем соль, смотри. Та-та-да. Я чё-то не предполагал, что будет такой жесткий темп. Да, надо было, кстати, об этом подумать. Ну ладно, ему все равно тут особо не повезло, можно просто идти в лицо. Я думаю, так и сделаю. Это действительно так необходимо. Так, ну посмотрим, что он будет делать. Ему, наверное, разменяться бы надо. Так, там, наверное, это глыба, да? Скорее всего, да. Так, ну по ХП он уже, в принципе, сильно просел. Поэтому, я думаю, можно попытаться убить. Так, это еще что? Я опаздываю. Блин, что-то на самом деле как-то, да... Как-то не так, как я предполагал. Ну ладно. Так, давайте провокацию возьмем. Что у там? Броня по-любому должна быть, да? Нет, смотри, не броня. Антимагия, да? Но антимагия, да, конечно, печально. Так, нам, в принципе, его надо в лицо ударить, а дальше он не сможет разыгрывать секреты. О, это из заклинания. Он сейчас сам себя убьет, дурак. Он что, не знает, что так не работает она? Что это было? Я как-то не понял сейчас на самом деле. Что это было? Ладно.
Так, как-то я что-то да. Так, давайте откроем пак. Но, видимо, чувак не знал. А может это... Нет, там по-любому должна была быть глыба, скорее всего. Потому что другие секреты вроде как проверялись. Да, это глыба была. Но, видимо, чувак не знает. Очередной хреновый пак с потасовки. В общем, такая вот веселая потасня получилась. Спасибо всем за просмотр. Пишите свои комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на YouTube канал. Всем до встречи и всем пока.